Специальное предложение сегодняшнего дня – это набор посуды «Удачный». Итак, внимание, есть много видов посуды, одни из которых ручки вот так отломаны, как у этой сковородки, кастрюли. У этой просто согнуты, потому что нет специального ребра, а сковорода-сотейник оставляет желать лучшего. И все еще из разного народа. Решение 12 предметов. Решение есть! Это набор посуды «Удачный» за 4199 рублей. Вы получаете 4 кастрюли разного диаметра с крышками. Есть у нас кастрюля 5,8 литров. 3,4 литра, 2,5 литра, 1,9 литров. Ковш 1,9 также. И сковорода сотейник тоже диаметром 24 сантиметра и глубиной 7,5 сантиметров. Но имеет антипригарное покрытие плюс мраморная крошка. Только сегодня стоит этот набор, набор «Удачный» 4199 рублей. Сделайте свое удачное приобретение на шоп-н-шоу. Сейчас сэкономьте 2000 рублей, сэкономьте время, нервы и деньги. Заказывайте сейчас. Итак, разбираемся. Во-первых, это целый комплект. Нержавеющая сталь. Начинаем разбираться со сковороды сотейника. Но сначала сравнение. Вот он, ваш старый сотейник. И здесь уже стерто антипригарное покрытие. Хотя он сделан из нержавеющей стали, но мы от него избавляемся. Проверяем, как выглядит наш сковорода сотейник. Он имеет мраморную крошку. Раз, а значит, он будет служить вам в 3-4 раза дольше. Здесь ничего не пригорит. И любые блюда вам подвластны. Вау, посмотрите, какой огромный кусок приготовили мы в сковороде сотейники. Представьте себе, вот один сотейник, сколько в магазине будет, Алекс? Такой сковорода сотейник такая будет 1999 рублей. Вот. Но так, давай поговорим о покрытии. Сначала посмотрим на результат. Мясо у нас получилось сочное, идеальное, но перед этим я сначала зажарил корочку. А потом его потушил. Здесь мяса у меня больше, чем килограмм. Вы представляете, какой огромный кусок поместился в сотейник, который входит в набор посуды «Удачный». Вообще, обновить свою посуду вот просто критичным взглядом. Посмотрите на свою и теперь посмотрите на посуду из набора «Удачный». Кстати, у нас есть выбор. Забирайте либо с золотистыми ручками, либо с серебристыми ручками. С золотистыми ручками, подсказывает нам продюсер, осталось меньше всего. Вот так вот для сравнение хочу вам показать. Вот они, видите, как выглядят серебристые ручки. Да. Ваше право, ваш выбор. Ну и любой из этих наборов приедет к вам всего за 4199 рублей. Итак, внимание, разбираемся сначала со сковородой с сотейником. Дело все в том, что он выполнен из нержавеющей стали и, как и вся наша посуда, имеет многослойное капсульное дно. Давайте сейчас проверим это дно. Толщина его больше, чем сантиметр. А значит, подходит для всех видов плит, создает эффект томления и самые вкусные свойства продуктов, которые вы готовите. Вы дальше, Олег, вот честно говоря, я видела двуслойное. Так. Видела трехслойное. Так. Но пятислойное я не видела. Да, дело все в том, что у нашей посуды именно обладает такое свойство. Но давайте посмотрим вовнутрь. Я сейчас подготовил вот эту вот мраморную крошку, чтобы вы видели, она наносится на нашу сковороду сотейник, а значит долговечно, качественно и неважно, какое вы блюдо готовить будете, либо это стейк, либо жареная картошка, легко с этим справиться. Всегда будет идеальный вариант. А еще посмотрите, какое здесь у нас ребристое донышко. Видите? Вот сейчас я уверена, что вы его увидели. Так. Забирайте. Вы получите не только сотейник, причем у нас ручки здесь есть с двух сторон, это большое удобство. Вы получите полный набор. Каждый предмет имеет свою родную крышку. Забирайте из эфира и экономьте 2000 рублей. Это спецпредложение дня. Слушай, Оль, но дело все в том, что здесь можно блюдо создавать эффектом томления. Многие меня задают вопрос, что такое термоаккумулирующее капсульное дно. Давайте взглянем на экран и посмотрим, как оно выглядит. Вот так оно выглядит. Вот обыкновенная посуда. Внутри у нас дно. 5 слоев вот таких вот капсул. Первая нержавеющая сталь, потом идет прослойка, потом алюминий. Пятислойное капсульное дно подходит для всех видов плит, включая индукцию. И это дно в каждом элементе набора. Теперь проверяем, что у нас получилось.
получилось. Вы получаете 4 кастрюли, сотейник, ковш. И все это по специальной цене сегодняшнего дня. Ой, какая у тебя курочка получилась. Да, томленая она у нас получилась именно в сковороде сотейники. Друзья мои, смотрите, как идеально все получилось. Даже морковка не переварилась. Вот это да. Хотите, чтобы у вас блюда всегда получались вкусными, аппетитными, ароматными? Забирайте набор посуды. Все-таки имеет огромное значение качество посуды. Итак, напоминаю, вы забираете сегодня либо серебристыми ручками, либо золотистыми. Давайте взглянем, что можно приготовить. Можно приготовить жареную курицу, можно приготовить карпа фаршированного, холодец, можно приготовить мясо запеченное, овощи, даже пирог, суп, любой также можно приготовить. Почему именно в этом наборе? Потому что здесь материал и капсульное дно позволяет полную процептуру и процесс приготовления. Давайте еще раз называю все объемы. Мне подсказывают с колл-центра, спрашивают, как эту посуду хранить. Он вообще большой, да, Олег? И мало кто может похвастаться большими просторами на кухне. 5,8 литров самая большая кастрюля. 3,4 следующая. 2,5 литра. Следующая 1,9 ковш. Ковш 1,9. И сковорода сотейник с настоящей мраморной крошкой. Диаметром 24 сантиметра тоже идет в комплекте. И выбирайте свои ручки. Еще раз напомню, есть золотистые ручки, а есть серебристые. Оформить заказ легко. Сегодня вы получаете набор посуды, спецпредложение дня. Приедет к вам в красивой упаковке. Идеальный подарок на любой семейный торжество. Слушай, Оль, ну еще хотел рассказать по поводу именно вот этих ручек. Еще раз напомню, что вы два цвета выбираете. Либо золотые, либо серебряные. Но смотри, в чем преимущество. Друзья мои, вы ставите, она и при падении никогда не упадет. Смотрите, я подготовил крышку с другого набора. Нет защиты. Угу. Оно, к примеру, вот такая круглая. Вот круглая. При падении она может сломаться и разбиться. Здесь у вас никогда это не произойдет. Они будут ли облизать золотистые ручки? Нет, они не будут облизать. Даже в качестве к вам примера или доказательства я хочу просто показать еще раз, что даже открытый огонь абсолютно безопасен, ничего не облезет и никогда не сломается. Ну а вот эти потемнения, это просто стираются? Они просто протираются рукой обыкновенно. О, замечательно! И не нагревается ручка, будут блистательными и яркими всегда на вашей кухне. Забирайте из прямого эфира сейчас.